Всем привет, меня зовут Олег, и сегодня мы продолжаем тему смеш-коктейлей. И сегодня у нас в меню смеш малина имбирь. Для этого нам понадобится малина, имбирь, цитрус, сахарный сироп и вода с газом. Начинаем резать имбирь. Тут главное не переборщить. И для украшения заранее срезаем цедру у нашего лимона. Режем лимон пополам, берем бокал-тумблер и кладем туда имбирь. Необходимо подавить имбирь и выжать из него немного сока. То же действие мы сделаем с малиной. Необходимо выжать буквально сок половины лимона и 30 мл сахарного сиропа. Необходимо все засыпать дробленым льдом, но в этом видео я хочу показать, как я делаю дробленый лед. Я пользуюсь таким инструментом, который называется мельница. Ну, механизм очень простой. Засыпаем лед, опущу все же сюда и начинаем крутить. Вот такой вот рассыпчатый дробленый лед у нас получился. Засыпаем в наш коктейль. Немного газированной воды Sevens. И необходимо все это перемешать. Засыпаем дробленым льдом доверху. И перед подачей мы его ароматизируем цедрой лимона. Смазываем края. А теперь небольшой лайфхак. Это специальные швейные ножницы, фигурные. Точно не знаю, как они называются, но если порезать им цедру лимона, получается очень красиво. Ну вот и все, наш малиново-имбирный смеш готов.